Чуть меньше недели назад глава региона подверг критике торговые точки Кибастуза, где необоснованно завышались цены на некоторые виды социальных продуктов. Накануне Яким области проверил цены на социально значимые продукты питания в сетевых супермаркетах, работающих в моногороде. На аппаратном совещании 8 февраля Асаин Байханов отмечал, в магазинах Кибастуза цены завышены на одни и те же продукты в рамках единой торговой сети. Выше была стоимость молока, круп, сахара, макарон. Десяток яиц оказался на 110 тенге дороже, чем в Павлодаре. В Кибастузе яйца стоят сколько? И у нас сколько? У вас разница должна быть только в логистике. Это отсутствие четкой погруженности вообще в эти вопросы. На самотек пустили, и потом хотите, чтобы мы еще получали за это какую-то правильную оценку. Конечно, не будет правильной оценки. В ходе посещения одного из кибастузских супермаркетов выяснилось, что картофель продается по 169 тенге. Хотя по меморандуму аграрий отпускает его по 100 тенге. Торговой сети он поставляется по 120 тенге. Проработали, не люблю. Да, НДС. Как проработали, если цена такая? Мы уже проработали все. Картошку уже у нас выращивают. Без документов? Да. Бездоклонно. Кому картошку показывают? Кому у вас это делают? Благодарю. Сандай компания. Кларгин, она бурунга не есть, он шал обжиг, да, она старая. Старый завод. А? Старый завод. Нет, сундам, кому окидывает было? Павлодардан, через неделю едет, она... Так, поставщик... А поставка Астанадан. Астанадан поставлен? Конечно, сын картофель мусульный поставлен. Сахар, правда, белорусский, продавался по 495 тенге. Впрочем, администрация уверяет, что на этой неделе поступит казахстанский сахар, который обойдется покупателям в 440 тенге за килограмм. Но, как и в другой торговой сети, налажена продажа социального хлеба по 95 тенге за булку. В целом удалось снизить цены на овощи. Лук репчатый подешевел с 281 до 161 тенге. Картофель со 140 до 124. Морковь со 135 до 103 тенге за килограмм. В другом супермаркете привлекли внимание эти помидоры. Но они почему-то оказались не местными. Кибастузской теплицы, да? Нет, сейчас нет. Нет? Пока, потому что у них нету. Мы вообще берем, да, у них. А почему сегодня? У них сейчас такой подход. У них, получается, сейчас созревают помидоры. Они вот появятся буквально на следующей неделе. И огурцы. Помидоры-то есть у них? Помидоры, они же в основном экспортируют. Экспортируют, да? И огурцы, и помидоры экспортируют. У вас же вот одна теплица на 32 гектара возле Греса, которая да, вся, да? Вызвала, понятный интерес и цена на куриное яйцо. 605 стоило. 605 до этого было? Понизили на 50 да. тенге, да. на 54 тенге, да? Говорю, сейчас новая плата должна прийти. Цена она будет дешевле. Даже еще немного дешевле. Вот социальная цена 810. Это 15 штучная. Вон без штук. Это сколько получается? 540 десяток. В ассортименте оказались представлены и макаронные изделия. Ну, это не дешево, конечно, но, по крайней мере, уже есть в ассортименте товар, который дешевле стоит, чем другие. Так, это что такое? Сахар? Это сахар, да. Карты. Это чужеватый. Глава региона поручил акимату Кибастуза организовать продажу разливного молока на городской сельскохозяйственной ярмарке. Ценообразование на социально значимые товары в моногороде будет постоянно отслеживаться. Мурат Билмажит, и это Сакпарат.